Первоуральцев просят набраться терпения. В городе совсем скоро приступят к ремонту дорог и тротуаров. Конкурс завершился на прошлой неделе. Его выиграли представители местного МПО ЖКХ. Подрядчик обещает качественно уложить асфальт и при этом сэкономить бюджетные деньги. Мы планируем прежде всего снять асфальтовое покрытие, точнее то, что от него осталось. Отвести воду. Ремонта хотя бы ямочного на улице Калинина давно не видели. От асфальта мало что осталось. Автомобилисты снижают скорость, боятся повредить машины. Все изменится после 20 апреля, обещают в управлении ЖКХ. Дорожные рабочие начнут приводить улицу в порядок. Аукцион специалисты администрации разыграли в конце прошлой недели. Его выиграли представители МПО ЖКХ. Контракт включает ремонт 6 дорог. Это Калинина от железнодорожного переезда до Саженского моста, Советская в обе стороны, Трубников, Школьная, Зои Космодемьянской. Из местного бюджета потратят порядка 25 миллионов рублей. Подрядчик обещает сэкономить городские деньги, не скупясь на качестве. За счет экономии, сложившихся от конкурсов, мы уже сейчас понимаем, что будет отремонтировано в достаточно большом объеме, как минимум одна дорога. И, скорее всего, что это будет улица Папанинцев. Сейчас определяем с объемами работ. Также, как только позволят погодные условия, начнется ремонт на участке дороги на 3-м километре Московского шоссе от Урицкого до Талицкого путепровода. В рамках гарантийного ремонта приведут в порядок центральные Ленина, проспекты Космонавтов и Ильича. Автомобилистов предупреждают, на время укладки асфальта дороги будут частично перекрывать. Одновременно в Первоуральске отреставрируют 20 тротуаров, которые находятся вблизи школ. Они будут отремонтированы в разных участках нашего города. Это и центральная часть, и поселковые, такие как Хромфик, такие как Белимбай, Бетимка, Кузина, Новая Алексеевка. Многие первоуральцы морально настроились к предстоящим ремонтным работам. Дороги ремонтировать это надо всегда, потому что налоги платим, а дороги какие. Вот в прошлом году ремонт сделали, там полили на очень хорошие, приятно ездить. Но я думаю, в этом году сделают по городу. Я просто радуюсь, что все обновляется, очень хорошо все. И зимой чистится. Вот, ну, возле нашего дома всегда вот улицы всегда чистые зимой. И летом очень хорошо. И аллеи гулять приятно, очень хорошо. Цветов много летом. Согласно контракту, все работы закончат до конца июня. Юлия Томилина, Денис Неугодников и Дамир Харисов. Хроника дня.